Всем привет! Это Маш Ньюс, и с вами, как всегда, я, Андрей. Сегодня мы подготовили для вас целую серию видео, посвященных конференции CES 2021. В данном видео мы расскажем про технологию умного дома. Погнали! CES – глобальное событие, способствующее развитию инновационных технологий. Эту международную выставку заслуженно считают испытательным полигоном для новаторов в области бытовой электроники со всего мира. Вот уже более 50 лет организаторы собирают крупные бренды на своих площадках для демонстрации современных устройств и технологий. Выставка CES в 2021 году прошла полностью онлайн. Большинство громких анонсов прошли в дни выставки с 11 по 14 января, но о стартапах писали совсем мало, ведь у них не было пресс-конференций. И наш пул стартапов открывает умный диспенсер для вина Albi Home Plus. На самом деле этот девайс подойдет истинным любителям вина, но в чем фишка, если оно выглядит как термос? Все просто. Подает вино идеальной температуры. Позволяет использовать открытую бутылку вина до 6 месяцев. Кстати, а сколько открытая бутылка живет у вас? Пишите в комментариях. Управляется со смартфоном. Совместим с голосовыми ассистентами. А это реальный тренд. Алиса, Алекса, Маруся и другие помощники с удовольствием подружатся с данным девайсом. Ну, раз мы затронули запретную тему алкоголя, давайте познакомимся со следующим девайсом для пивоварения с незамысловатым названием Beer Maker. Что может этот пивовар? Автоматизирует пивоварение и ферментацию, требует всего 10 минут для запуска. Поверьте, для пивоварения это реально быстро. Готовый напиток за 10-12 дней, управляется со смартфоном. Стоит такой агрегат $579. Что еще нужно любителям пива для счастья? Ну, мне такой девайс не подходит. Давайте двигаться дальше. А следующий девайс спасет от надобности таскать гигантские связки ключей. Это умный интерком Buzzer. С ним все просто, устанавливается за 15 минут без лишних сложностей. Работает через приложение из любой точки планеты. Выдает виртуальные ключи для друзей, нянек, сантехника и так далее. Интегрируется с сервисами доставки, вы не пропустите курьера. Записывает каждого гостя. Работает как настоящий дворецкий. Цена такого интеркома ни много ни мало $229. Я недавно установил на даче сигнализацию с кучей датчиков. Замучился с установкой и настройкой. Как жаль, что о следующем девайсе я узнал только сейчас. All-in Sensor, сокращенно AIS. Сенсор все в одном для умного дома. Что он из себя представляет? 18 типов датчиков в одном корпусе, от влажности и дыма до наклона и разбивания стекла. Можно использовать не только в доме, но и в машине, теплице и даже в багаже во время путешествия. Можно напрямую подключать к смартфону, как и любую систему безопасности. Ценник очень приемлемый, $198. Как вы представляете себе умный замок? Ладно, не парьтесь, Igloo Home сделали это за вас, и выглядит он так. Подойдет для велосипедистов, ворот и так далее. Работает без ключей, с пин-кодами. Можно выдавать временный доступ другим людям. Доступ выдается удаленно, через приложение или SMS. Замок водостойкий и не боится дождя. Стоит $129. Купили бы такой? Для любой хозяйки и хозяина на кухне следующий девайс будет полезен. Мило. Умный супермощный блендер. При потреблении энергии в 600 Вт выдает 14 тысяч оборотов в минуту. Тихий, компактный и негромоздкий. Легко моется и раскладывается. Беспроводной. Работает от встроенной батареи. Можно свободно перемещать по кухне. Приложение и прошивка обновляется и каждый раз расширяет функционал прибора. Аппарат действительно выглядит здорово, но и стоимость соответствующая – 479 евро. Вот такая получилась подборка, посвященная технологиям умного дома. Напоминаю, что данное видео подготовлено при поддержке Кингисеппского машиностроительного завода и информационно-аналитического портала MashNews. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а я с вами прощаюсь. Всем пока!